Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения и восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Организация пришкольных оздоровительных лагерей – одна из интереснейших и важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию – оздоровление и воспитание детей. С 10 июня на базах всех школ нашего района начали функционировать пришкольные лагеря дневного пребывания. Наша съемочная группа в день открытия лагеря «Спутник» побывала в хуторе Игнатьевский. Здравствуйте! 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 Мы рады приветствовать вас! Как много светлых улыбок мы видим на лицах сейчас! Дорогие ребята! Уважаемые взрослые, сегодня мы собрались все вместе, чтобы встретить самое доброе, самое счастливое время года – лето. А еще, чтобы открыть нашу лагерную смену. В эти теплые летние дни вы будете не только играть, отдыхать и набираться сил. Вас ждут интересные викторины, спортивные состязания, конкурсы, экскурсии. Мы будем стараться, чтобы вам все понравилось, чтобы вы за смену научились чему-нибудь важному, узнали что-нибудь новое и увлекательное. Приветственное слово предоставляется директору школы Черкасову Юрию Владимировичу. Уважаемые учащиеся, которые будут оздоравливаться в нашем летнем оздоровительном лагере, гости, этот праздник, он традиционным становится, на самом деле этот праздник с постановлением исполняющего обязанности главы Республики Адыгея Мурата Каральбеевича Кумпилова подписано постановление о летней оздоровительной кампании. На нее выделены соответствующие средства. Свою лепту в подготовку нашей летней оздоровительной площадки внес глава администрации Кашкабельского района Хамирзов Заур Аскарбиевич, депутат Госсовета ХАСы, глава КФХ Зехов Зехов Зураб Хазратбиевич, глава Игнатьевского поселения Хаджиев Герман Анакулевич. Мы выражаем им искреннюю благодарность, надеемся на то, что все эти 21 день, которые вы проведете, останутся для вас незабываемыми, вы будете долго делиться приятными впечатлениями. Коллектив лагеря приложит все усилия для того, чтобы этот отдых для вас остался полезным, нужным и создал запас сил, необходимых для того, чтобы в 2017-2018 учебном году вы, уже набравшись сил, здоровья, грызли уже гранит науки вместо того меню, которое для вас разработано, и добивались новых вершин. Всего доброго, удачного вам отдыха. Слово предоставляется главному специалисту управления образованием Непшикуевой Сусане Юрьевне. Добрый день, уважаемый коллектив, дети. Желаю вам хорошего отдыха, полноценного досуга, чтобы вы провели все время в увлекательных мероприятиях, соревнованиях. Всего самого наилучшего. Спасибо. Слово предоставляется главе администрации сельского поселения Хаджиеву Герману Анакулиевичу. Дорогие ребята, девчата, педагоги, все мы в свое время в нашем детстве прошли такие пионер-лагеря были у нас, но сейчас не пионеры, смотрю, синие галстуки, как у скаутов типа. Ну, желаю, чтобы эти дни, проведенные в этом лагере, для вас были радостными, счастливыми, безоблачными, чтобы вы всегда могли играться, веселиться, ну, здоровье поднимать свое. Отдохнувшими приступить к новому учебному году. Желаю вам всего хорошего. Слово предоставляется начальнику лагеря «Спутник» Вороковой Зуре Труслановне. Добрый день, уважаемые наши отдыхающие. Добрый день, все гости. Я желаю всем
хорошего, яркого полета наш лагерь «Спутник». От родителей выступает Даниилова Полина Александровна. Дорогие ребята, хочу вас поздравить с началом открытия лагеря, пожелать вам хороших этих дней, чтобы они были насыщенными, чтобы вы для себя взяли что-то полезное для этого, для дальнейшей жизни. Ну и хорошо отдохнуть, чтобы новый учебный год у вас был с новыми силами начался. Пожелать вам всего хорошего. Дорогие ребятишки, и девчонки, и мальчишки, с каникулами вас поздравляю, на площадку играть приглашаю. С вами долго, очень долго, будем петь, шутить, играть. И, конечно, будем с вами танцевать. Для работы в нашем лагере, чтобы наш с вами отдых был увлекательным, интересным, подобраны самые лучшие люди. А давай проверим, знают ли наши ребята своих воспитателей или нет. Давай, а как? Очень просто, мы загадаем им загадки. На зарядку кто с утра отведет вас детвора? Без него мы как без рук, ну конечно наш физрук. Если очень заболели уши, нос и голова, вам всегда во всем поможет наша медсестра. Скажите, кто так вкусно готовит щи капустные, пахучие котлеты, салаты, винегреты? Все ребята им как дети. Оли, Коли, Светы, Пети всегда помогут ребятам-мечтателям. Они не вожатые, а воспитатели. Перед тем, как откроется наша лагерная смена, вы должны дать торжественную клятву. Клянемся быть добрыми и дружными. Клянемся. Клянемся быть веселыми и задорными. Клянемся. Клянемся быть помощниками старших. Клянемся! Клянемся делать по утрам зарядку и заниматься спортом. Клянемся! Клянемся не вешать нос, не плакать, не стонать, не жаловаться на трудности и скуку. Клянемся! Хочется сказать, что только от нас зависит, будет ли наша жизнь интересной. Давайте сделаем все возможное, чтобы каждый прожитый день был неповторим и незабываем. Вот они каникулы, веселые каникулы. Явились тут как тут спрятанные учебники. И кажется, волшебники куда-то всех зовут. Ура, ура каникулам! Ура, ура, ура! Здравствуй, лето долгожданное! Солнце, речка и песок, тень березки, ручеек, комариный звонкий писк и волги негромкий свист. Праздник детства пусть приносит и удачу, радость, теплоту, ведь даже взрослые когда-то были все детьми. Пусть лагерь и спутник не будет обидный сон, пусть каждый день приносит радость, улыбку, счастье и задор. Мы вместе будем 20 дней подряд, когда-то все мечты сбываются и расцветают лица у ребят. Пришла пора, наш лагерь открывается. Как здорово, что кто-то когда-то решил детишкам радость подарить. Для этого всего лишь надо при школе летний лагерь открыть. Кажется, что так и надо. Какой восторг, какой успех приносит детям летний лагерь. Здоровье, радости, силы, смех. Летит! Покопать! Полетел! Раз, два, три!
Летом у детей очень много свободного времени. Им хочется провести его с максимальной пользой для себя, найти новых друзей и укрепить дружбу со старыми знакомыми. Лагерь «Радуга» на базе средней школы номер 1 аула Кашихабль посещают детки с удовольствием, даже те, которые пришли сюда впервые. Я приехала с Майкопа. Друзей очень много тут, все дружелюбные. Тут хорошо, я впервые, мне все нравится. И тут очень хорошо, потому что тут разные конкурсы, игры. Ты можешь делать все, что хочешь. Вкусно кормят, все нравится. Не учитывая, что я учусь в школе, я первый раз пришел сюда в лагерь. И мне очень весело, завел друзей, и мне очень хорошо. Воспитатели составляют план мероприятий, в числе которых соревнования, разные конкурсы. Кроме того, они обеспечены разнообразным питанием, что включает в себя овощи, фрукты, молочные и мясные блюда. Ну что же, впереди у детей 20 дней отдыха и развлечений. Хочется пожелать отдохнуть с полной отдачей.